В минувшее воскресенье недалеко от Ангарска на федеральной трассе «Сибирь» произошла серьезная авария. Дорогу не поделили внедорожник и микрогрузовик марки «Митсубиси». По данным местного отдела ГИБДД, 34-летний водитель внедорожника, двигаясь со стороны Усолья Сибирского в сложных погодных условиях, выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение. От удара автомобиль снова выбросило на дорогу, где он столкнулся с микрогрузовиком. В результате ДТП пострадал пассажир внедорожника, а также водитель, пассажирка и 3-летний мальчик, которые ехали в грузовике. Ребенок на данный момент находится в коме, у него тяжелейшее состояние. Известно, что ребенок перевозился в кабине грузовика без детского удерживающего устройства. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.